Необычное занятие увлекло не только детей, но и взрослых. Над созданием своего маленького талисмана, рождественского ангела, и ребята, и родители работали с особым азартом. Сотворить чудо своими руками – это возможно, говорят участники мероприятия. Достаточно немного душевного тепла, любви и желания создавать. Сначала платьишко делали, заворачивали, а потом цветочек еще сюда вот. Головку, крылышки и, чтобы повесить его, ленточку такую делали. Подобные творческие акции для педагогов развивающего центра «Аленка» и их воспитанников уже давно стали хорошей традицией. Эти мероприятия – отличная возможность для того, чтобы развивать свои творческие способности, научиться чему-то новому или просто шанс еще раз побыть вместе с близкими людьми, друзьями и родителями. Благодаря таким мастер-классам дети видят, что их родители интересуют творчество. Они видят, что они еще, оказывается, тоже умеют что-то делать. Да? Простые вещи – лепить, клеить, собирать что-то – интересны им тоже. И когда ребенок видит, что родителю интересно творчество, то ему тоже хочется что-то сделать. У них такое получается мама-ребенок, мама-ребенок. У них такая соревновательная игра происходит. У кого что получится, они сразу учатся друг у друга. Каждый желающий мог сфотографироваться со своей готовой работой у главной новогодней красавицы Ели. Хорошие воспоминания у участников рождественской встречи оставили не только ажурные композиции, но и сладкие символичные рождественские подарки – апельсины и шоколад.